Нет повода не отдохнуть у бельского мэра. Пока жители северной столицы ломают ноги на разбитых и грязных улицах, а коммунальщики отмечают особо опасные места ветками и деревьями, он уже дважды с начала года насладился отпуском в жарких странах. Последние две недели вообще совмещал приятное с полезным. Успел привиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Так что отдых за свой счет придется повторить и слетать за второй дозой. Мы вот посиблетать от сама вакцинец, а вон дома, где плазари деньку он проприл. Мам вакцинат, ку спутник бы здесь прикарем в орбит. Нам посиблетать от смер гламоску, а дикам посиблетать смер гламоску, да где кулови он на поэказ, ну матурка, останется лечит в атаку. Отдохнувшему усатому не понравилось, что на родине СМИ уделили столько внимания его каникулам, а критика политических оппонентов, обвинивших его в том, что он оставил в Бельцах бардак, и вовсе оскорбила. Точно с темплом муниципил Белсом Ультимянь, дичь, если дотурит фаплы камавут у экспериенцев, фарти богаты, по надивне примарен до умеченшпи. А богатый опыт своего мэра бельчане спотыкаются на каждом шагу. На улицах откровенно грязно, а вот и ноу-хау коммунальщиков. В открытые канализационные люки воткнуты деревья, чтобы никто не упал. Крышек нет. Врос в этом боском крест браза. И врос в этом боском крест браза. Аша, дичи... Аша, как санцеледжис, латоц, санцеледжис. Он видит, аша браза был, со штиск, кредка есть аша, есть канализары. Есть канализары фыры копак. А чем копак крешти, да, да. Ну, я вам зис, ну и а чем копак. Кредка, ну, саприз, кредка фост, аша фост плюс, ну, дупа. Технологии. До этого гражданские активисты не раз жаловались на ужасное состояние бельских дорог. Некоторые из них отремонтировали ради галочки. Сначала шлюк демонтировали, я расчищаю жбани ингропац на прокрыш афигуратым помынт, двойки луми. Если нормально, тогда тем, кто вем, у едил, кари команда к орашу, что не есть на пост, что ну аре суб контроль тоте чести лукрери, а вем че вем. А вем копач шубраз, в канализаре. Сайт shtirdinmoldova.md пишет, что недавно усатый отдыхал на Карибских островах. Он опубликовал в соцсетях ролик, как бегает по кромке океана за рыбой, которую называет акулой. В прошлом году усатый приостановил деятельность в должности, чтобы принять участие в президентских выборах, но хоть и вылетел в первом туре, вернулся к работе лишь в начале года. И с тех пор с разницей в 3 месяца дважды отдохнул в экзотических странах.